«Металлург», «Новокузнецк», «Звезда», «Москва», «Пари», «Всероссийская хоккейная лига», регулярный чемпионат. И мы начинаем этот матч. Судьи Константин Якос и Владислав Барулин, главные арбитры, линейные Валерий Куракин и Павел Фетисов. Слева по картинке от нас «Звезда». Вот форма, в общем-то, зелено-бело-красно-синяя. Сегодня вот такой основной выездной цвет возглавляет гостей. Знакомьтесь, Егор Борисович Михайлов. Его помогает Владислав Бульин, Юрий Добрышкин и Сергей Белов. Это «Металлург». Красно-черно-белые. Главный тренер «Металлурга» Сергей Решетников. Его помощники Александр Перов. Сейчас в кадре как раз Александр Прокопьев и Юрий Лаврецкий. Сергей Борисович пока где-то там спрятался на своей скамейке. Ярдаков. Китсон. Ярдаков. Лабака. Бросок. Гол! Большинство реализовали. Показалось, что даже бросок не получился у Лабака. Видимо, только показалось. Видите, как рад этому голу Олег. Хорошо вывели на бросок Китсон и Ярдаков в ассистентах. Давайте посмотрим с этого ракурса. Ах, рикошет помог. А вот Марсель и какие-то вот такие моменты могут быть. Бросок и 1-1. Как сейчас «Металлург» не сумел выйти из зоны, а «Звезда» моментально этим пользуется. По-моему, Пугачев отличился. Так и есть. Артем Пугачев сравнивает счет. Еще раз смотрим. Перехват, да, хорошо. В отборе, и Пугачев укладывает шайбу в дальний угол. Вот бросок. И... Олег Лабака опять укладывает шайбу в девятку. У-ху! Вот это да. Разыгрывали, разыгрывали, а потом Лабака как дал. И Тодыков не справился. И эта шайба не считается голом в большинстве, хотя фактически такой является. Лабака! 3-1! Олег Лабака, что ты делаешь? Кепки полетели! Ну, потому что он хет-трик! Да уж. Злой гений Тодыкова Олег Лабака по девяткам раскладывает за здрасте просто. Звезда таки закрепилась в зоне атаки. Наброс на ворота, шайба на лицевом борту. И здесь момент, и гол! Удается «Звезде» одну шайбу отквитать. За 4 секунды до появления Ярдакова шайба выскочила на дальнюю штангу. И, по-моему, Прохоров там здорово действовал. Да, Артем Прохоров принимает поздравления. Это его первое набранное очко, первый гол. Теряев. Чмыхов. Чмыхов. Чмыхов, передача, гол! Илья Авраменко с пятачка шайбу запустил под Тадыкова. «Металлург» реализует большинство в третий, а по факту в четвертый раз в этой встрече. Накануне молодежная команда Новокузнецка, Кузнецкий Медведи в игре с красноярскими рысями в МХЛ 5 раз забили в большинстве. Но там все 5
Так есть. А тут смотрите. Авраменко вовремя подставил, потому что рикошет от этой передачи. И 4-2. Вошла звезда в зону. Вот сейчас там закрепились, но... Но Авраменко, Авраменко! Дубль Ильи Авраменко, 5-2. Пустые ворота, Металлург увеличивает.